Пантократор. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что означает именование Пантократор? Пантократор в переводе с греческого «всевластелин» – центральный образ в иконографических типах изображения Иисуса Христа в виде небесного царя и судьи, спаса Вседержителя. Образ представляет в основном поясное изображение Господа с Евангелием или свитком в левой руке. Правая сложена в благословляющем жесте. Кроме того, Спаситель может изображаться в полный рост или восседающим на троне. Образ Христа Вседержителя используется в одиночных иконах в составе диисусных композиций, в иконостасах, стенных росписях и так далее. Так этот образ традиционно занимает пространство центрального купола православного храма. Встречается и редкий вариант написания этой иконы не с книгой, а с державой и скипетром в руках. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!